Республика ведет свою политику в правильном направлении. Об этом сказал Егор Борисов во время ежегодного послания Госсобранию, общественности и гражданам республики. По итогам прошлого года Якутия достигла хороших результатов по налогам. За счет этого из федерального бюджета региону выделят грант на сумму 2 миллиарда рублей. В вопросах бюджетной политики на следующий год приоритетом станут социальные программы, повышение качества жизни, реализуют программу по инициативному бюджетированию. Егор Борисов также озвучил основные векторы развития в области здравоохранения, образования, сельского и дорожного хозяйств, а также транспорта. А приоритетом экономики региона будет развитие местного производства. Работа по обеспечению рынка труда республики местными кадрами станет ключевым в политике власти. Поэтому следующий год в республике объявил годом содействия занятости населения. Будет очень серьезно выстроена работа, начиная от выбора профессии. Это, значит, среднее профессиональное образование. Это в том числе наставничество, это в том числе, значит, определенная роль предприятий, которые являются лидерами развития, и, соответственно, на них должна ложиться ответственность подготовки кадров. И занятость – это всегда перспектива, это всегда, значит, понимание, уверенность в завтрашнем дне. И главное, что какой вывод делаю я для себя, это то, что действительно республика созрела и готова к тому, чтобы быть востребованным и направлять туда своих специалистов на самые важные, нужные отрасли, которые будут необходимы долгие годы республики.